Vacation. Тут что-то по дороге ходим, как у себя дома. Зашли в местный ресторанчик, который с высоким рейтингом на TripAdvisor или на Agoda. И сейчас будем пробовать их кухню. Нормально? Да, они не обозначают это. No, it's no spicy at all. It's quite curry, but masala is no spicy. Thank you.
куда выплываешь немножко, там все, там спокойно. Хотя... Вау, Wi-Fi на пляже работает. Да. Это класс. Всем привет. Сегодня какой-то день недели, я не помню какой. И мы с вами, точнее мы, а не вы, на этом пляже, на Бенгальском заливе. The Bay of Bengal. И пока девочки где-то там спа на процедурах, мы... лежим и пьем неограниченное количество пива, потому что можно. А самое лучшее, то что здесь никого нет, поскольку сейчас не сезон. Некуда идти, нечего делать и негде тратить деньги. И это просто сильнейшая, мощнейшая комбинация позитива. Вот идет Александр. Александр тоже любит пиво. В этом я с ним более чем согласен. Так что, приятного отдыха, ребятки. Мы в очередной раз очень сильно много поели и попили. И в результате ели... Третий день в жару мы обедаем, и третий день мы нажираемся, как свиньи в обед. Мы еще не нажрались, подожди. Сейчас нажремся, наедимся в плане, не напьемся. В этом да, алкоголь не идет в такую жару. Замечательном семейном ресторане.
Какая вкусная, вкусная еда. В общем, нам не то, что не пожалели, а сделали от души, свежо, безумно вкусно. И мы будем очень скучать по этой еде, когда будем дома. Да, дома найди такое. А что это такое? Смотри. Ну и горошек какой-то смешной. Вкусно, да. Вкусно, попробуй. Здесь нету... Прошло полчаса, и мы очень сильно наелись. И уже никто не может есть, кроме Наташи. Она медленно-медленно ест. Все остальные уже сдались. У нас очень проблемные условия с водой, поэтому Наташа моется на улице. Специальным ковшечком, by the way, от кокона. Готовый, мы вас ждем. Мы тоже готовы. Вкусняшки! Вкусняшки!
Прикупился в море. Райское местечко.